Брайан Ли Саргент, американский боксер, вот он на ваших экранах, и Виталий Кличко. Начинается первый раунд, ну, массивный такой боец, однако, понимаете, и картинка здесь, Виталий, как-то не в пользу американца. Ну, картина, вот физически развит один, и совершенно как-то мешок второй. Ну, это не в обиду будет сказано американцу, но все-таки это разительно, и как он еще вообще с первой секунды не упал. Это я вас завожу просто. Никогда нельзя судить по физическим данным, хотя они играют очень большую роль. Можно сказать, что очень многие спортсмены. Самое главное в боксе – это техническое мастерство и уже последующая роль – его физические данные. Нельзя судить о противнике, о его физических данных, потому что очень много знаменитых спортсменов не обладало такими данными. Роберто Баллада никогда не был, не отличался огромной мускулатурой, но здесь мы видим. Ну, здесь как раз вот именно физические данные сыграли свою роль. Не только, конечно, и техника, потому что защищался он, даже контратаковал, мне казалось так. Но сейчас напоролся на удар и может продолжать. Мы готовимся на разных противниках. Нам менеджер подбирает бои, подбирает противников. Мы готовимся в наших предыдущих. В предыдущих поединках встретиться с любым противником, будь он маленький, высокий, больше нас, толще, худее, то есть мы должны готовиться, быть готовыми к их. Но ни в коем случае нельзя, конечно же, расслабляться, увидеть соперника, что он довольно-таки физически или слаб, или не крепок, нельзя ни в коем случае расслабляться, потому что это супер тяжелая весовая категория, и один удар может решить все. Это супер тяжелые удары. Да, и вот сейчас ваш соперник ощущает, но стоит расслабиться действительно. И вот он вполне могло бы быть, если бы вы так не ошеломили его. И так победил Виталий Кличко.